Друзья, я вот стою около емкости с водой на своем участке. И вот мой муж, когда наливает воду, он пользуется вот таким приспособлением. Отрезал от бутылки, вставляет сюда шланг. Вот у меня шланг уже здесь как бы вставлен. И вот так делает, и у него не перегибается шланг, а шланг мягкий. Такой вот. Из такого качества. Что предложил ему я? Огородный лайфхак года, друзья. Вставляете сюда, видите, здесь неудобно снимать, но вот так вот, видите, ставила сюда проволоку, загнула ее, видите, получил такой гусак, вставляете, и все, никаких проблем. Надо вам эту проволоку, разогнули, вынули. Чудо просто, смотрите, как хотите ее согибайте, она по-любому будет вам служить. Так что, друзья, вот такой вот огородный лайфхак, кому нравится, ставьте лайки.